Здравствуйте, почтеннейшие. Брюсов Валерий Яковлевич. Своей улыбкой, странно длительной, глубокой тенью черных глаз, он часто, юноша пленительный, обворожает скорбных нас. В ночном кафе, где электрический свет обличает и томит, он речью дьявольски логической вскрывает в жизни нашей стыд. Он в вечер одинокий, вспомните, когда глухие сны томят, как врач искусный в нашей комнате нам подает в стакане яд. Он в темный час, когда как оводы жужжат мечты про боль и ложь, нам шепчет роковые доводы и в руку всовывает нож. Он на мосту, где воды сонные бьют утомленно о быки, вздувает мысли потаенные мехами злобы и тоски. В лесу, когда мы пьяны шорохом листвы и запахом полян, шесть тонких гильз с бездымным порохом кладет он молча в барабан. Он верный друг, он принца датского, твердит бессмертный монолог, с упорностью участия братского, спокойно нежен, тих и строг. В его улыбке, странно длительной, в глубокой тени черных глаз, есть омут тайны соблазнительной, властительно влекущий нас. Всем спасибо.